Итак, новость номер один. Мы объявляем неделю... Подожди, номер два. Давай номер один. Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! Динечка, как канал ваш называется? Клика. Ну, уже традиционно. Канал Baby Go. Здравствуйте, наши бибигоши. И сегодня еженедельный 17-й выпуск. И перед тем, как начать передавать приветы победителям конкурсов и обладателям лучших комментариев, авторам, сначала парочка новостей. Итак, новость номер один. Мы объявляем неделю челленджей на Baby Go, поскольку у нас на носу Хэллоуин, будут страшные челленджи. И там будет герой из одного известного фильма, так что призываем вас смотреть вторник, четверг, суббота. Также не забывайте, мы вам напоминаем, что наша группа в ВК вот здесь указана. Наша страничка в Инстаграме, вот она. Ну и ссылочка на наш канал в Ютубе также представлена на экране. Друзья, новость номер два. К сожалению, флешмоб не удался, провалился, ссылок было очень мало. Может быть, Ютуб сам эти ссылки удалял. В общем, мы отменяем этот флешмоб. Возможно, если есть какие-то варианты, как его провести по-другому, пишите нам об этом в комментариях, будем вам очень сильно признательны. Новость номер три. Мы с Дэном позавещались и подумали, что... Друзья, у нас нету оски нашего канала, нету семейной, да, картиночки, нету арта. Было бы очень клево, если бы у нас он появился. А вот баба, мы рады объявить... Она на третьем этаже. Что, на третьем этаже? Она живет. Это кто живет на третьем этаже? Баба Нина. Баба Нина живет на третьем этаже, только... По поводу оски. Значит, у нас, к сожалению, нет оски нашей семейной, чтобы был я, мама и Дэн. И мы решили объявить конкурс на лучшую оску. Мы предлагаем нарисовать нашим друзьям осочку. И мы решили так, что лучшая ос, которая будет нарисована, будет висеть в шапке канала в течение недели. И обязательно дадим ссылочку на авторство. Да, Нин? Сделаем так? А как сделать? Время другое поставить? Да. Сколько? Сколько будет висеть? Неделю, две, три? Три. Вот три недели, друзья. Шесть и восемнадцать. Шесть и восемнадцать. Ну, шесть дней. 18 это дней. Это мало. В общем, Дэн сказал первый раз три недели. Три недели, друзья. Так что всем удачи. Работ приниматься будет в течение недели. Потом посмотрим, может, продолжим эту традицию и через 3 недели объявим конкурс снова. Так что рисуйте нас. Рисовать можно как в Кинемастере, так и в других редакторах. Если в Кинемастере рисуют, конечно. Или как он там называется, друзья. Ну, в общем, теперь переходим к основной части. Поздравляем победителей конкурсов и передаем приветы авторам лучших комментариев. Погнали! Итак, победителем конкурса «Угадай блогера», вот этого вот загадного блогера, где он, покажи. Вот это. Вот он. Загадана была Катя Клэп, на этой неделе победительницей стала Зарина DIY. Давай Зарине DIY передадим приветик. Зарина DIY, привет тебе, мы тебя поздравляем, ура, ура. Ссылочка на тебя в описании, друзья, заходим, подписывайтесь на Зарину. Ну а пасхалку на этой неделе, которая была спрятана в каком ролике по счету, день? Третий. В третьем ролике нашел Apple Show. Apple Show, ты молодец. Вот он ты. И давай, Дэн, передадим тебе. Уже наверх переехал? Не, вот он внизу, вот здесь, посмотри, пальчик наверху. Покажи. Не, вон здесь, вот, видишь, смотри. Нет. Вот здесь ты, друг наш, вот здесь, Дэн показывает, да? Ты молодец, мы тебе передаем привет. Давай Apple Show привет передадим. Привет тебе, Apple Show, привет! Ну, ссылочка на тебя тоже, естественно, в описании, друзья, подписывайтесь на Apple Show. Ну, а конкурсы наши продолжаются. Вот он, загаданный блогер следующей недели. Не забывайте, что вам надо быть подписаны на наш канал. Обязательно поставить пальчик вверх данному ролику. Не забыть поделиться с друзьями нашими видео, рассказать о нас. Ну, а, естественно, написать в комментариях, что же это за загаданный блогер такой. Ну, и не забываем искать пасхалочку, она может быть спрятана как во вторник, так и в четверг, так и в субботу.
Друзья, ну и поскольку конкуренция на YouTube очень большая, и о нас мало кто знает, мы будем очень признательны, если вы будете делиться этими роликами со своими друзьями, рассказывать о нас своему окружению, и таким образом это будет помогать нам расти, и нас будут чаще находить. Пока что, к сожалению, этого не происходит, так что ставьте пальчики вверх, пишите побольше комментариев, делитесь нашими роликами со всеми. Нам от этого очень-очень приятно. Большое вам спасибо. Ну а теперь переходим к основной части. Что мы будем делать? Передавать приветы лучшим комментариям недели. Поехали! Итак, первый комментарий, который на этой неделе попал в наш итоговый ролик, прислала Темихай. 20 лайков какашка, 300 так себе, 4000 плохо, 5000 неплохо, ну а дальше пошли такие заоблачные цифры. Друзья, этот комментарий победил, сколько он пальчиков вверх собрал? Да яй! Разве? Ну-ка посмотри. Да яй! Сколько пальчиков вверх этот комментарий собрал? 11. Разве 11? 10, друзья. Денис немножко придумывает, да? Но, к сожалению, пока что, да, вот как мы и сказали, как можно больше нас рассказывайте, чтобы мы собирали больше лайков, чтобы хотя бы дошли до уровня неплохо. Боюсь, что пока что мы находимся на уровне около... Даже до фу не дотягиваем, да, День? Ну что, давайте Михай передадим привет. Да. Давай. Темихай, приветик тебе огромный, привет. Привет. Следующий комментарий прислала Queen Modi или Queen Modi. Друзья, если мы ошибаемся в ваших названиях, пишите нам в комментариях об этом, мы просим прощения. Почему так много дизлайков? Это топовое видео. Ну что мы можем сказать? Мы сами не знаем, почему есть у нас хейтеры и за что они нас ставят дизлайки, они даже об этом не признаются. Но мы пропускаем это мимо глаз и работаем на тех, кому нравится наш канал. Да? Держи. Привет тебе, Queen Modi! Или Queen Modi. Как ты думаешь, как правильно? Queen Modi. Queen Modi? Queen Modi. Молодик. Лайк забавил. Ну, мы лайк. Да? Не почитай. 8. Да ты что, точно. Денечка, сколько Queen Modi лайков собрала? 8. 8 лайков, точно. Ну что, передадим привет Queen Modi? Да. Привет тебе, Queen Modi или Мади, мы просим прощения, если неправильно произносим. Следующий комментарий прислала Дракончик Ульяна. Очень интересная игра, у вас классная семья, желаю удачи в дальнейшем. Ульяночка, большое тебе спасибо. День, сколько Ульяна лайков собрала? 11. Передадим ей привет? Да. Привет тебе, Дракончик Ульян, привет. Следующий комментарий прислала Лейли Ассель. Лейли Ассель, если мы неправильно произносим твой ник, просим сразу прощения. Нам написала Лейли, что очень классная игра, это настольная игра, в которую мы играли, да, соображали, турбо. Но, к сожалению, в Баку ее нету. И они хотели бы узнать остальные там различные правила в игре. Мы не все карточки показали там, не со всеми условиями. И, как мы обещали ранее, возможно, мы еще обязательно сыграем в эту игру. Сколько пальчиков вверх она собрала, День? 7. Давай передадим приветик. Привет тебе, Лейли Ассел. Следующий комментарий прислала Виктория Трежер. Опять шедевр, люблю о матрешке, от меня огромный лайк. Пасхалка на 30 минут. Ну ты прям большая молодец, все нашла, классный комментарий. Сколько лайков собрала? 10, точно. Давай Виктории Трежер передадим привет. Привет тебе, Виктория Трежер, привет. Следующий комментарий прислала наша постоянная подписчица Наташа ЛПС Квин. Что же она написала, День? Супер, такая интересная игра, мне очень понравилась. Давай посмотрим, сколько лайков получила Наташа ЛПС Квин. Сколько? 8. 8. Давай приветик передадим нашей постоянной подписчице Наташе ЛПС Квин. Давай. Привет тебе, Наташа ЛПС Квин. Друзья, это были все комментарии, которые мы выделили на этой неделе. Не забывайте, что 2 лучших комментария от роликов во вторник, четверг, субботу попадают в итоговый выпуск. Поэтому чем больше пальцев вверх вы соберете, тем больше вероятности у вас попасть в еженедельный наш ролик. Так что рассказывайте нас друзьям, как мы уже говорили, побольше народ приглашайте и делайте репост данного видео. Можете даже просить, чтобы вас лайкнули. Ну и пишите, конечно, классные комментарии, а не однообразные, типа «ня» и «лайк». И большое вам спасибо, друзья. Ну и, конечно, не забывайте участвовать в нашем конкурсе «Найди пасхалку».
как мы говорили, пасхалка может быть в ролике как во вторник, так в четверг, так в каком ролике? В субботнем, да. И вот он, загадный блогер этой недели, также вы угадывайте. Потом программа рандома определит победителя данного конкурса. Естественно, мы передаем приветы по традиции. Да, День? Ну и, конечно, не забывайте, что у нас стартовал конкурс на лучшую оску. Кто нарисует оску нашей семьи, которая нам больше всего понравится, мы обязательно ее разместим в шапке нашего канала на 3 недели. На целых 3 недели. И дадим ссылочку на ваше авторство. Ну а на сегодня все. Ставьте нам пальчики вверх. День, как пальчики вверх? Вот так. Вот так. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы оставаться в курсе наших самых свежих новостей. Ну и не забывайте писать самый классный комментарий, чтобы попадать в итоговый выпуск, либо следующий выпуск на нашем канале. Ну а на сегодня все. До новых встреч, друзья. Пока!